Остановить закат одним взмахом кисти, нарисовать запах свежескошенного поля, изобразить тепло восходящего солнца – все это подвластно лишь мастерам своего дела, но невозможно без вдохновения. 14 художников из Санкт-Петербурга, Москвы, Чебоксар и других городов выехали в экспедицию не исследовать, прочувствовать то, что кому-то лишь кажется важным. 2 недели жили, что называется, на натуре. Только так, признаются художники, можно дождаться, когда придет вдохновение от самой природы. Вдохновилась и Татьяна Молокова. Валентина Белова узнала себя в цвете, в ангоговских подсолнухах на картине «Маслом». Я сначала первый день увидела их, меня увидели, я не согласилась. А второй день приехали, на улице дождик идет, и это... Давай, говорит, это нарисуем тебя. Ну, я согласилась. Дождик был, вот во дворе сидела и нарисовали они. Эти картинки с выставки прямиком из жизни, на холст, прямо в душу. Душу, которой и вздремнуть некогда. Вдохновение не носит часов и, похоже, не знает меры. Пришло, и все тут. Это много. Большой объем получился, да. И очень энергично все работали, очень продуктивно. Мы ночами писали, сидели. Вот. Да, потому что этюды, ну, это же такое состояние, которое, ну, держится там час, ну, а то и меньше, 15 минут на эмоциях, на, ну, начинаешь работу, потом уже, если она того требует, доводишь в мастерской. Утром выезжали, ну, условно, там в 9, и до обеда, то есть до 3 часов мы работали, вплотную на природе работали, ну и так и существовали, то есть завтрак – работа, обед – работа, ужин – работа, ночью работаешь, спишь 3 часа, но чувствуешь себя очень счастливо. 300 картин, никаких стен не хватило, мгновения в часах кропотливой работы, чтобы увидеть главное, надо поклониться. Это кухня художника, может быть, она еще и не до конца раскрыта, ну, как вы сами понимаете, творчество – это есть таинство. И вот если бы не было этого таинства, ну что это тогда? Как-то так. Так что вот в каждой работе есть своя тайна. Каждый художник, который это сделал, носит в себе то, что, может быть, мы сразу и не разглядим. А я хочу сказать, вот это все, это есть одна картина, которая говорит о нашей земле, о нашем, в данном случае, Ядрине, о Сурских берегах. Ядринский пленэр – серебряный век живописи. Выставка уже в октябре. Краски природы успеют сменить цвета. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика.